всем привет. Сейчас попробуем выехать. Потому что все заварено. И утро. Вот. 8:52, между прочим. Не так уж и рано. Но все только начинают просыпаться. На дорогах вон льда. Очень щедро. Поэтому, как всегда, едем с утра в город. Вообще уже должно быть потепление, потихоньку начинается. Поэтому, я думаю, на следующей неделе уже будет нормально. Хоть снег и выпал, но быстро уйдет. Поэтому увидим. Собственно, по новостям сейчас не особо много интересных новостей, скажем так. Сейчас попробую еще даже найти очки свои, если я ничего не сшибу. Так. Очки. Окей. Теперь можно жить. Чем он на главный поворотник включает? Вообще непонятно. Вот, по новостям сейчас самое интересное, хоть Женева и приближается, хоть Женеве и не будет участвовать много производителей, американцы сейчас решили обновить свои самые большие пикапы. И это затронуло и Сильверадо, Шевроле, и также Форд F-350. В принципе, сами махины не очень актуальны, что в Европе, что в России. Ну, в России, может быть, они... СНГ более-менее актуально, потому что езди на таких покататься в Европе, я вообще не представляю, куда на таком траке заехать, как они их называют. Тем не менее, модели были обновлены как в техническом, так и во внешнем плане, то есть появились новый дизайн, например, в плане Сильверадо, а ну, у Форда тоже есть незначительные изменения, но не такие кардинальные, как у Сильверадо. Тем не менее, у Шевроле самое интересное, это то, что разработкой вообще руководила девушка. То есть, тут большую махину. Все было изготовлено или спроектировано под присмотром, ну, хрупкой дамы, скажем так. Сама машина получилась интересная, потому что будет три варианта. А, не успеваем все равно. Будет три варианта. Самый топовый — это, естественно, Ухари. И там вплоть до того, то, что даже идет совсем другое оформление передней части. Ну, опять же, цены соответствующие, поэтому посмотрим, как это будет, скажем так, рекомендовать себя на рынке. Тяга у них очень большая. На фотках там, конечно, вообще безумные конфигурации изображаются. Вплоть до того, то, что он за собой дом тянет. Я, конечно, сомневаюсь, что производители вообще используют, покупатели, не производители, вообще используют подобные конфигурации. Ну, может быть, раз показывают, значит, есть такие варианты. Банально, катер тягать с собой тоже иногда американцам надо. Поэтому интересные машинки, но в Женеве их не будет. Но зато в Женеве будет Аурус. Поэтому... Я пока еще не совсем уверен, если я поеду на Женеву, но посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, и удастся попасть. На этом сегодняшний короткий очень выпуск окончен, потому что, ну, ничего пока такого особенного нету. Кстати, рекомендую обратить внимание, сейчас авторевью катались на электрическом Ягуаре, поэтому там очень интересно, что вышло. Ну и на этом сегодня все. Еще увидимся и пока.